Der Gerichte voll anzuerkennen und ich möchte in keiner Weise Beurteilungen machen über Personen oder Situationen. Unsere Gerichte arbeiten voll unabhängig von der Regierung und wir anerkennen deren Urteile. Мы сейчас, развивая свою реальную экономику или сектор реальной экономики в России, чрезвычайно заинтересованы в иностранных инвестициях в прямой форме, в промышленность, сельское хозяйство, банковскую систему. Сначала мы были министры иностранных дел, и сейчас мы... К вам, Евгений Максимович, и господину президенту.